Как выбрать дело жизни и не прогадать? Сегодняшние 14-летние подростки хотят больше уроков профориентации. Алина Колезнева учится в колледже на ландшафтного дизайнера, а еще занимается волейболом и журналистикой. На ее взгляд, в школах мало рассказывают о специальностях. Подросткам тяжело сделать свой выбор, потому что они не знают, что их ждет во взрослой жизни. Я считаю, что большинство молодых людей идут просто на профессию, которую они не знают, что она из себя представляет, а потом, заканчивая колледж, университет, институт, они просто теряют эти года жизни, потому что большинство идет не по своей профессии. Я просто хочу, чтобы было больше разговоров и рассказов о профессии. 14+ – возраст, когда подростки получают паспорт и возможность совершенствовать мир вокруг себя. В России с 14 лет можно участвовать во многих образовательных форумах, а также получать финансовую поддержку на собственные проекты. Сегодня есть возможность у Федерального агентства по делам молодежи предоставить возможность получения каждому молодому человеку от 14 лет возможность получения грантовой поддержки на реализацию социально значимых проектов. Нам приятно отметить, что по итогам прошлого года более 30 проектов были поддержаны федеральными грантами, более 40 проектов были поддержаны грантами местного значения. Встреча получилась насыщенной и продуктивной. Кроме общих, было много личных вопросов. Эксперты пожелали ребятам не упускать возможности и уже сейчас инвестировать в свое будущее. Учиться, развиваться и создавать. Анна Пикулина, Сергей Дорохов, телеканал 7.